там и Кирилл, его на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Радмир Ролиплей, 4-й сир, Мунитис, Легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник по регистрации. Также для моих подписчиков здесь есть промокод. Открывайте Мэн, 10-й пункт, промокод, пишите КГейм, вот так вот. Промокод также будет в описании. И как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому пользуйтесь. Погнали! Итак, в этой серии, короче, я отдам свою машину. Нет, не ГТР, пацаны, а у меня есть Opel, кто не знал. Моя первая машина, которую я здесь купил. Я не помню, сколько она стоит. Около 200 тысяч примерно она стоит. Это 150-200. И, кстати, вот этот бизнес, на который я поставил, пацаны, я еще его... не знаю, результаты, в принципе, этого... как оно называется? Ставки, короче. У меня сейчас самая большая ставка. Я надеюсь на то, что все-таки этот бизнес окажется мой. Пока что я еще не знаю, в принципе. Но снимаю это видео как бы в тот же день, когда я ставку поставил, поэтому... Поэтому, как бы, вот такие вот дела. Все, едем за подписчиком. Сейчас объясню, почему именно этому подписчику я решил дать машину. Он, во-первых, не первый ВК написал, что, типа, вот, можешь мне машину дать. Он рыжик, он специально прокачал второй уровень, потому что у кого первый уровень, тот не может машину купить, соответственно. Он прокачал второй уровень, и я ему отдам сейчас машину. Сейчас мы заберем, потом поедем за Опелем, и я ему его отдам. Я, правда, команду не знаю, на самом-то деле, чтобы продавать машину, но думаю, мы с этим разберемся. Чувак только начал играть, в принципе, я думаю, если все будет хорошо, в будущем я тоже буду там машину покупать, это разыграть. Ну, просто это моя первая машина, в принципе, я планирую себе купить какую-то новую машину, либо уже розыгрыш устраивать на тачке, поэтому с вас просто обязательно лайки. Вот, по-моему, да, это он, Владислав Кривко. Я скриншоты еще что-то вставлю, что он действительно мне написал первый, там и так далее. Так, вот он. Так, давайте напишем привет, привет. Я давно еще хотел эту тачку дать кому-то, в принципе, но на спавне рызиков искать, конечно, да, это можно было бы устроить, но я думаю, так будет более, можно сказать, интереснее, справедливее, потому что чувак начал здесь играть, он написал мне в ВК, чтобы я ему подарил эту машину, прокачал уровень, и думаю, справедливо будет то, что я ему отдам эту машину. Сейчас мы едем к моему дому, и в квартире, и я ему отдам Opel. Надо команду узнать будет у админов, либо в командах, сейчас посмотрим, и я ему, в принципе, отдам машину. Так, вот здесь она должна стоять, да, вот. Так, какая команда? Sell my car, или как там? Sell my car. А, да, вот. Сегодня мы эту команду 262. Так, давайте ему, наверное, 3000 дам, чтобы он мог ее точно. Вот косарь можно минимум. Так, sell my car 262. Вы должны находиться на бу-рынке среднего класса. Блин, нужно на бу-рынок. Я думал, в любом месте продавать можно. Ну ладно, садимся. Так, короче, подписчика крашнула, но я его обратно подобрал на вокзале. Сейчас забрал машину, полный бак ему. Сейчас направимся в Южный, потому что именно там находится, типа, БУ рынок среднего класса, поэтому мы едем именно туда. Да, машина, конечно, это не Феррари, там, не БМВ какая-то, но все же, блин, я думаю, для новичка это вполне себе неплохой вариант. Я ее покупал себе именно как новичок, и мне эта машина, в принципе, ну, нормальная, нормальная машинка. Конечно, за эти деньги можно было купить что-то другое. Так, вот мы уже подъезжаем, в принципе, к этому месту. Надеюсь, я сюда приехал. Вроде бы средний класс, был рынок. Как бы, да, вон там даже тачки есть. Хотя это машина низкого класса, ну ладно. Заезжаем. Я думаю, объяснять то, что это не пацанов, нету смысла, потому что, во-первых, я таким никогда не занимался и заниматься не буду. Во-вторых, смысл делать видео на пацанову, машина за 150 тысяч. Просто подписчик написал, и я ему сейчас ее дам. Теперь это моя его машина. Так, поздравляю, так, не за что. Видите, как он доволен, в принципе. Как бы у него второй уровень, давайте. Ну, блин, кто будет писать, что это пацан, можете сразу идти на три буквы, потому что это полный бред. Можете ему даже написать, в принципе, я скриншот его показывал. Владислав, я тебе желаю удачи. Как бы, катайся и так далее. Все, всем спасибо за просмотр, пацаны. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.